Сегодня суббота, 18 апреля, день Сатурна. Луна догоняет Солнце в самом конце знака Овна. И таким образом происходит новолуние в 22 часа. Потенциал месяца – силы Луны, которые мы можем почувствовать как эмоции, способность что-то сделать уже на исходе. Поэтому очень легко потерять психологическое равновесие и что-то испортить. Ведическая традиция, правила йоги рекомендуют в этот день максимально снизить свои запросы, например, в еде и развлечениях, и заняться наведением порядка, медитацией. Космическая картина новолуния создает расстановку влияний на следующий месяц. Пока еще энергии и влияния не воплотились в формы, их можно направить в желаемом направлении. Именно поэтому стоит посвятить этот день уборке, очищению своего пространства и планированию будущего на уровне энергетики и настроения. Энергии планет смешиваются в точке новолуния, и причудливый коктейль, буквально насыщенный ментальным электричеством, создает ныне магический эффект эксперимента, поиска и готовности действовать. Настроение, которое выражается таким словосочетанием, как «а вдруг», «а что если?» И этот космический аккорд создает звучащий фон на следующий месяц. В реальности сегодня желательно обойтись без начинаний и важных дел. Для Луны соединение с Солнцем – это сгорание предыдущих планов и настроений. Актуальные действия – иметь план, готовность к смене условий, доведение до совершенства. Преобладающее влияние – осторожность, консерватизм и устойчивость.